Умер легендарный нападающий сборной СССР Виктор Понедельник, последний игрок победного состава на чемпионате Европы 1960 года. О кончине великого футболиста сообщила его дочь Анастасия в своем Facebook-аккаунте. Виктор Понедельник на клубном уровне защищал цвета Рассельмаша и ростовского СКА. На триумфальном чемпионате Европы футболист отметился победным голом в финальном поединке против Югославии. Точно навес ворота. И Понедельник головой забивает второй гол. Решающий гол, принесший нашей команде Кубок Европы.